Какой там? Здорово, водичка, дай водичку. У меня водичка. Да, если напоишь одного из малых всех. Эх, ну хотя бы капли воды написано. Так что там-то никак. Или нет у тебя? Не без фильтра воду пить? Да ну нет. Вы что, из крана воду пьете? А ну, всякому бывает. А что тут? Матфея, значит. Он белого мишки попросил, он тебе дать. На Северный полюс. О, замерзну, подойди. Замерз, ты гляди. Не знаю, куда зарыгиваться. Замерз. Да? Чувствую, жара такая. Я 20 стараюсь держать. Так они ходят, жалуются. Все зашли. Начинаем. Да детский, заходим все тоже. Продолжаем общение. Заварник. Надежда Александровна, иди с собой всех. Кто у них что-нибудь еще там надо? 44-54. Тоже? Да, 15-15. Если не одна батарея, протекла батарея. Заходим. Ну не посла, не осла. Где посла? Где посол? Посол пришел, где осел? Меня вчера было 25 лет. Заходим, проходим. Присаживаемся. Как всегда. Царю небесный, утешителю души сильный, и живи здесь, и все исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди вселися в ны и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Благослови это собрание. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Читаем толкование. Толкование. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44-54 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Толкование. Поле – мир.
поле, мир, сокровище, проповедание веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Ищущий знание о Боге находит его, и все, что имеет, то есть и языческие учения, и злые нравы, и богатство тотчас бросает и покупает поле, то есть мир. Ибо тот, кто познал Христа, владеет достоянием всего мира, как собственностью, не имея ничего, обладает всем, содержит в рабском подчинении себе твари и повелевая ими, как Моисей, Иисус, Илия и другие. 13 глава 45-46 стих. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Толкование. Настоящая жизнь есть море. Купцы суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнения многих мудрецов представляют в себе многие жемчужины. Но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос, и как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке, сам знает, каким владеет богатством, а другие не знают, так и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и не хотящих искать ее. Но необходимо должно искать и иметь сей истинный жемчуг и отдавать все за него. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 по 50 стих. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Толкование. Поистине, страшна сия притча, ибо показывает, что если мы и имеем веру, но не ведем доброй жизни, ввержены будем в огонь. Невод означает учение веры, которое переплетено знамениями и пророческими свидетельствами. Рыбаки – суть апостолы, ибо кого не учили апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот-то невод собрал от всякого рода варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть когда кончится мир, тогда находящиеся в неводе будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при всем без добрых дел, низвержены будем, напротив, те, которые имеют добрые дела, сложены будут в сосуды, то есть в вечное жилище. Всякое действие, доброе ли то или злое, есть пища души, так как и душа имеет свои мысленные зубы. Ими-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельные силы за то, что имевши возможность сделать добро, не делала, а напротив, больше творила зло. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 51 по 52 стих. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Толкование.
называет их книжниками, как людей, уже наученных закону. Впрочем, хотя они и узнали закон, не ограничились, однако, законом, а научились Царствию Небесному, то есть познали Христа, и таким образом стали способны износить и от ветхого, и от нового закона. Христос, который богат, потому что в нем сокровище премудрости, он, уча новому, приводил свидетельства и из Ветхого Завета. Так, например, он сказал: «Отдашь ответ и за праздное слово». Это новое. Потом привел свидетельство: «От слов своих оправдаешься и осудишься». Это ветхое. Евангелие от Матфея, 13 глава, 53 по 54 стих. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы?» Толкование. «Переходит он для того, чтобы и другим доставить пользу своим присутствием. Под отечеством его, разумей, Назарет, ибо он в нем был воспитан. Учит в синагоге, в публичном месте и со свободную, дабы впоследствии не стали говорить, что он учил чему-то противозаконному». Аминь. Спаси Христос. О братьях, болящих, сестрах мы упомянули, но еще, может быть, кого-то не вспомнили. Не вижу здесь Антонину. Антонина, неизвестно, что она. Правило, что за ней, что она болеет? Она не может, потому что ее подгрозит никого. Ну, понятно, понятно. Ну, а Польговых нет, потому что они... В прошлый раз они были, да? Угу. Были в прошлый раз. Ну, надеемся, что в следующий раз тоже будут, батюшка, когда батюшка будет. На батюшку-то придут. Барышникова Валентины нет. По причине болезни или какой-то другой причины? Татьяны Александровны нет. Татьяна Александровна вчера сказала, что придет. Она была? Нет, я вчера с ней созванивалась по вопросу. Она сказала, что сегодня будет, но, может быть, что-то так пора. Анфиса с нами, слава Богу. Елизавета. Родила она уже? Нет, она еще... Ее на сохранение оставили. А, на сохранение. Да. В перинатальном центре здесь? На Попова. Нет, на Попова. Угу. Молитесь о Елизавете. Ну и об наших путешествующих, находящихся на учебе, уже Игнатий Тихонович упомянул. Помните всегда в молитвах Максима, Никиту, Александра. Прошу помолиться о моей свате, которой уже молились. Помните, что она оперирована была, и выписали ее, и повторно оперировали, ушили шов, который не зарастал. Вчера госпитализировались в отделение острым нарушением мозгового кровообращения. Там у нее нарушение сердечного ритма, а это всегда чревато тромбозом сосудов головного мозга. Еще о болящих кто? А супруга ваша как? Супруга, да, спаси Христос. Я же говорил, что ее выписали. Да, привез сын ее домой. Ну, теперь предстоит реабилитационный период. Она там на этом специальном башмаке ходит только. Вот, потом дальше как видно будет делать. Спаси Христос. Все было благополучно. В том плане, что кому хотела она попасть, а тому попала. То есть хирург оперировал тот, которым мы хотели. Ну, с которым раньше, еще до ковидной эпохи, мы с ним были, встречались, уже были на приеме у него, там, на Сибирске. О болящих? Нет, не о болящих. О болящих всех вспомнили, кому нужна помощь? Ну, еще вспомнят, это же, ну, что тут это, последний раз спросили, что ли? Нестор болеет? Нестор? Да, что с Нестором? Нормально, все, дома остался. А? Дома остался. А что там дома остался? Не храняет. Охраняет. Не, он все дома в храм приедет. Ближайший. Он учится, все хорошо. Да. А ты чем занимаешься? Я сейчас пока что медкомиссию заканчиваю проходить. Каждый день?
Да, поступил. Да, поступил. Брат. Я к Слову Божьему, которое читали мы сейчас, не знаю, оно так закончилось странно. И вот у него такая премудрость и сила, и все вроде как, все хорошо. Ну да, давайте поговорим о Царстве Небесном, о нашей вере поговорим, все, очень много. Давайте о своих, наших грехах, вот сейчас грехи вспоминаем наши, как нам избавиться от грехов. А здесь продолжение есть, его не читают. А глядите, какое продолжение. 55 стих, с 55 по 58, три стиха еще, четыре даже. Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Ну, сектанты вообще не знают ни о братьях, ни о сестрах Христа. Если говорят, то это все Пресвятая Богородица родила. Ну, у них другого нет понятия. Недалекие ребята. 50-50. И дальше. И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Почему в нашем храме, вот сейчас вот, не дочитали по неверию их? А я вам скажу почему. Потому что у нас все хорошо, понимаете? И в церкви православной в России не может плохо вообще быть. Потому что все хорошо. Хорошо. Ничего. Ничего. Ничего плохого нету. Все шито-крыто. С монахами, с канонами, с крещением. Как выбирают патриарха. Как ставят митрополитов, епископов, священников. Все хорошо. Очень даже. А зачем? А это слово почему сокрыли, что они не поверили ему? Он был рядом с ними. Он... И Господь первое сказал, 15 стихом, он говорит, и не приняли своего. Пришел к своим, а свои его не приняли. Потому что больше они любили делать зло, нежели смотреть за добром. И Господь им сказал, оставили суд, милость и веру. И поэтому все скрывают, как можно больше скрыть, чтобы что неверие, неверие и неверие. Везде это сквозит, везде во всем неверие. Возьмите сейчас священников в ряд выстроите. И фашисты пускай встанут так вот и скажут, веруешь или нет. Если скажешь, неправду расстреляем, и все. И кто скажет верую из них? Потому что живут только животолюбием своим, больше ничем. Нигде не увидишь священника, чтобы он ходил, проповедовал. С понедельника по понедельник литургии, литургии, литургии. Больше исповедоваться, больше причащаться. Почему они это говорят? Да потому что они каждый день литургию шпарят. Вот так. Разве можно литургию каждый день? Это такая подготовка. Без рассуждения о теле Господнем. О теле Господнем это самое сокровенное. А тут Слово Божье. О Царстве Небесном хотя бы порассуждать. А мы, у нас постоянно, когда на занятиях по скайпу, там такие умники выходят, и все время одно и то же. Что вы все время тут нам о священниках разговоры ведете? Всех ругаете и ругаете. Вы давайте свои грехи вот-вот и рассказывайте там, и сами вот избавляйтесь от этих грехов. А для чего эти занятия происходят-то у нас там? Там есть люди, которые оглашенными хотят стать. Оглашенными. А кто будет с ними заниматься, если мы одни грешники сидим? Ладно, хорошо, я отдам это вот отцу Науму, пускай он с ними занимается. Батюшке давайте нашему отдадим. Пускай занимаются священники, я не против. Кто будет ими заниматься? Кто этими людьми? Они такие сложные, эти люди. Начнешь говорить, он все знает. Вопрос задашь какой-нибудь по толкованию. Расплылся. Какой... Ну, хорошо, не бесовщину еще, а то и бесовщину скажут. И все одно только. Любовь к людям. Как вы разговариваете с людьми? Ах, как вы разговариваете с людьми? Господь прямо говорил притчами, спокойно говорил. И не приняли. А когда начал бить в храме уже веревкой, а ты что это так действуешь, а? А потому что по-другому нельзя. И все это было накануне его смерти. Все. Он знал об этом. Поэтому долго ходил, уговаривал, долго. Он нам один раз вот так вот дал, запомнили. И все. Мы уж тебя сильно не любим. Ты вон какой. Ты только ругаться умеешь.
А мы милосердных любим. Да вы забыли, что такое суд милости веры, сказал Господь. Поэтому я предлагаю, когда мы читаем что-то, Слово Божие, надо до конца немножко дочитывать, о чем там все-таки речь идет. А то монахи эти, они все поскрывали. Они даже придумали так, и Феофилак пошел на это. Когда говорится, епископ должен одной жены муж быть, и Феофилак такой, быстрее, быстрее так подсказать всем. Это не значит, что у епископа должна быть жена. Ну, Феофилак, ну ты же все-таки святой, ну что ты под них подыгрываешь-то? Ну, написано, одной жены муж, и все. Что непонятного? У мужика есть жена, он уже взрослый, там ему лет 50-60, он уже, может, вообще они не живут давно, брат с сестрой. Ну вот так. Спасибо, Христос. Слава Христу. Да, брат. Дочитать? Да все я дочитал уже. С толкованием. Дочитай. До конца. Я начну с 53 стиха. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 53 по 54 стих. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя в отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Толкование. Переходит он для того, чтобы и другим доставить пользу своим присутствием. Под отечеством его, разумей, Назарет, ибо он в нем был воспитан. Учит в синагоге, в публичном месте и со свободою, дабы впоследствии не стали говорить, что он учил чему-то противозаконному. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 55 по 56 стих. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда и сестры его? Не все ли между нами? Откуда же у него все это? Толкование. Назаритяне по своему неразумию думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствуют быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а не Бог вместе, как они думали. Что же и при сем препятствовало ему быть великим в чудесах? Это несмысленные оказываются и завистливыми, между тем, как им надлежало более радоваться, что отечество их произвело, что отечество их произвело такое благо. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его Клеопы. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону взял жену его за себя и родил от нее 6 детей, 4 сына и 2 дочери, Марию, которая по закону называется дочерью Клеопы, и Соломию. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 57 по 58 стих. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Толкование. Соблазнялись же о Христе и братья его, и, вероятно, говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Мы, люди, обыкновенно пренебрегаем своими домашними, а чужих уважаем и любим. По неверию их он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать, если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы. Аминь. Прости, Христос. У кого есть слово? Можно дополнить? Да. Спасибо, Христос. Вашу милость. Дело все в том, что вот, дополнение к тому, что сейчас мы сказали, в чем тут дело? Ну, все поняли, да? Ни у кого никаких дополнений нету. Ну, давайте я дополню тогда. Дело все в том, что Христос до сих пор ходит и нам проповедует. И он пришел к нам, а мы его. Все люди его. Вы думаете, там он только в Назарете его? Все люди Христовы. Все.
Почему? Кто скажет почему? Почему все люди Христовы? Почему? За всех ходит. Совершенно. Он пришел ко всем, написано. Воля такая Бога, что все спаслись и в разум истины пришли. И поэтому Христос ходит ко всем. И мы все его не принимаем. Вот в чем дело. И теперь мы тоже его не принимаем. А кто? Кто должен быть первыми? Первые должны быть семья его. Семья. Сестры, которые его видели, братья, матери его должны принять его и показать нам. Они его первые не приняли. Первые. Сейчас кто ближе всего стоит ко Христу? Кто ближе всего? Кто его семья? Кто его самые дорогие? Кто? У нас в стране кто? Кто? Кто ответит на этот вопрос? Кто ближе всего ко Христу стоит? Кто? Кто? Кто святейший? Кто величайший? Кто могущественный? Ну, конечно, патриарх. И поэтому он должен везде ходить и Христа показывать всем, свет Христов. Он сам должен быть свет. Мы посмотрели на патриарха, слова, которые он говорит, и мы все засветились от этого и сказали: с вами Бог, все. И где мы это видим? Это первые неверующие люди, начиная от патриарха и заканчивая последним диаконом, алкоголиком. Да, это так и есть. А что, это не так, что ли, хотите сказать? Ну, войдите в любой храм. Что, дисциплина, что ли, церковная там, или что? Или только о Христе все слышите, и все только ходят и: о, вот Христос-то мой спаситель. Это. Да ты попробуй скажи: Христос спаситель. По шапке сразу получишь, полетишь кувыркошкой. Это только у баптистов можно услышать. В православии этого ничего не можем услышать. Почему? Потому что они уверовали в него. Ну, не уверовали, вот так и все. Что взять? Евреев было вон сколько. И Господь пришел к ним, прямо на горе Синай, они все видели. Только Моисей ушел на 40 дней, они построили тельца. Моисей там на колени перед Господом: пожалуйста, не уничтожай ты этот народ. И Господь подумал, отошел. Потом пришел: да, не буду уничтожать. Не буду. Ну, вот так вот получилось. Ладно, прощу, ну, посмотрю еще на них, как они там себя будут вести и так далее. 40 лет водил. И то под конец опять испугались. Галя, ты что за прочитала? Это, я очень многих довожу до такого коления. Прям, зачем мне этот водород, некоторые кричат во всю Ивановскую. Не надо так, Галя, себя вести, не надо. Успокойся. Ты что, ты из меня беса, что ли, выгоняешь, или что? Ты бы лучше за священников молилась как следует. Спасибо, Христос, брат. Мы знаем эту ситуацию по своему опыту. Знаем, ходим в этом. Ну а почему, когда читается толкование священного писания, все вот так всех вот сразу в кучу. Хорошо, 99,9%. Ну вот за 1% хотя бы будем благодарить. За 0,1. И за это будем благодарить. Если он есть еще. Есть. Ну, может быть. Покажите хоть одного священника. Спасибо, Христос, за напоминание. Я не слышала проповеди от священников. Не единожды. После службы. Спасибо, Христос. На русском языке. Завершаем. Мир всем. Мира. Мира. Так, я большие дары вам принес. Красная. Спасибо, Господи. Калина. Вот это 20 ведра набрали. Вы в Википедии зарядите красная калина и узнаете, от чего она. Как на базаре, говорит, продавали, калина, говорит, я хорошая с медом. Мед, говорит, я и без тебя сладкий. Так вот у нее внутри косточка какая-то. Такая не твердая. Их надо сохранить и отдельно прокипятить. От желудочных заболеваний, от бронхов, от всего. Ну, то есть просчитайте, там ее рисуют и показано сколько. Вот сегодня сколько вы возьмете, ну, с целлофановым мешочек она все это пойдет. Это не с сахаром, ни с чем. Это одно. Другое, там два ящика стоят, черноплодная рябина. Но так как тут недопонимание произошло. Сестра была, я сказал привезти, поставить, чтобы люди брали. А другая сестра в это время распорядилась так, вытащить там, и чтобы никто не брал, пока я не приеду. Она стала усыхать. Ну, как не два дня прошло, уже считай. С 26 сентября, вот и считайте. Но, как есть. Тоже от каких болезней, она вкусная такая. Варенье варить. Вот вы возьмите. Если много будут брать, по полбанки, поллитровой, пол-литра взять.
если останется, в следующий раз еще, когда придете, в воскресенье или прям хоть завтра, ну, чтобы разобрать, можно было два ведра. А третья там у меня наполовину нам хватит. Она уж плесенью покрылась. Поймите, вот это все взято здесь. Здесь давно ягодки я сам собирал, до самого верха долазил. И там тоже я потратил где-то 4 дня, примерно. И здесь 2 полных дня. Я делал это не для себя. Так что... Милости просим. Вот там на углу стоят. Ну что угодно. Там можно брать даже, не знаю, газеты заверни, она никуда не потянет это. Это первое. Дары. Второе. Лето было очень необычное. Много людей. 17 человек крестились вместе с детьми. Интересные люди были. Один занимается адвокатурой, видимо, из Серпухова, там где-то под Москвой где-то, и он все время, у меня тут суд был, и он везде старались там расспросить именно по этим статьям и то другое. То есть процесс 100% выигрышный. Но рассудили так. Да, выигрышный. Даже доказывать еще не надо, и просто представить они, что им леса принадлежит. Нет, потому что вырос на нашем огороде. Тут общая площадь 0,78 гектара. Гектара даже нету. На огородах на наших выросло. Никто не знает, они на него не тратили, а его от пожара, от коров сохраняли. И поэтому мы считали это дар Божий. Оно, как вот морковка вырастает много, все впало и все этим сушняком завалено. А это мы брали, которые, чтобы друг от друга были дальше. И брали не себе. Дело в том, что 23 марта 1992 года заседает депутаты Алтайского края. И там подпись Александра Александровича Сурикова стоит. Ясное дело, что это не на улице. И пункт 47 у них, и пункт 2 восстановить поселок Потеряевку. Поселок Потеряевка, и там дальше, ну, территориально все, что было, как сделано. Восстановить, это ясное дело, что со всей инфраструктурой. Это что там есть? У нас был сад, его даже не могли притронуться. Ну, восстановить. И государство за 30 лет ни одного рубля не вложило. А мы это делали. И вместо похвалы, вместо награды получили крепко по затылку. Почему? Господь знает. И поэтому мы молились, и было у нас предупреждение. Предупреждение, сами рассудите как. Вот смотрите. Мы, береза она высокая, тоненькая такая растет, на жерди. Дальше отпиливали примерно вот чуть побольше, это сваи. Бобры прогрызли, и кверху почти насквозь. А когда вот это поднялась, она все это прорвала, и там прорву даже нельзя измерить. Только на одной прорве примерно, мы так посчитали, не меньше 50 кубометров земли. И все мы там вручную... Ну, только одновременно работаем на Симаковском пруду, где коров поют. 14 братьев, 14 человек. Ну, работа все это заснята, показана была, дружно, противоречий никаких нет. И как, когда мы там делали, а трактор, когда дальше ты делал, надо, за раз много никак не сделаешь. Потому что надо, чтобы оно проросло, утрамбовалось, улегло. Ну, и мы где-то 5 лет наращивали. Там теперь рыбу развели. 2000 карасей примерно запустили, поймали где-то. А работа просто переполнена была работой. И вот здесь, когда привезли эти березки, так называются, их надо шкурить. А шкурить, то есть шкурку снять, иначе под ней оно гниет. А потом мы ее отработкой промазываем, и там забивают сваи, чтобы не обрушивалось, земля задерживалась и утрамбовывалась. И вот здесь, внимательно слушайте, ну, она длинная такая, ну, длинная, просто метров, может быть, 5 длина. Мы, кто как, чтобы она не на земле была, вот на таком уровне была. Вон, Ваня, он знает, как ошкуривал, да? Вот которая сверху одна, это белая, которая идет, это только береста. А под ней настоящая кора идет, толстая, зеленая такая. И вот мы топорами дома чистим. Каждый свое, и там гора просто она накапливается. Это. Я на колодце, Володя во дворе. Работаем ножами большими.
падает под низ, на нем топчемся, оно превращается в мелкое, на растопку хорошее. И когда стали выбирать, а люди работают здесь, и в мешок складывать, ну оно вот такими вот ногами топчется, она хрупкая где-то. И вдруг выворачивается оттуда, а колодец, именно я на нем работаю, на колодце, один конец лежит на колодце, тяжелое подносят, ко мне проталкивают, а я работаю. Я не понимал их такие, они тяжелые. И гляжу, вот такой вот длины, вот такой ширины, нерастоптанная кора лежит. Но я по ней топчусь, она хрупкая-то. Я ее в руки взял, и гляжу, там надпись. В первую очередь, никто не знал, что эту березку будут. Их там осталось-то в десятки раз больше. Меня переписали сколько? 18 березок. Так. И там надпись. Две буквы и цифра. Четко, ясно прописано. И написано не на бересте, а на коре, которая вплотную соприкасается с деревом. Как так? А снаружи там есть? Да нет никак. Лазером не прожигу, ничем. С обратной стороны я ее отковырнул. Как она могла надпись сюда попасть? Вопрос. Никак, только чудом. Ну, можно, конечно, все опровергать, но у меня свидетелей не меньше 10, которые работали, шкурили. Я сразу дал сигнал, говорю, я смотрите, какое чудо нашел. Отковырнул оттуда и не растоптал ногами. И там надпись. С обратной стороны, которая граничит с деревом. Ну, люди стали смотреть. Я привез сюда, показать вам. Вот и здесь вот, вот он у меня лежит где. Вот. Вы просчитаете. Там написано 4, Д, И. Я понял, 4 Евангелия. Касается березок. Для Игнатия. Другие стали что-то еще говорить. Не получается четверки нигде, но я еще не знал. Обвинение Уголовного кодекса. Будет возбуждено. А мы еще ничего не знаем, еще шкурим, все это открыто лежит. Ну, это уже насторожило. Другие стали предлагать там разобрать вот это, может быть, это, но что не человеческой рукой, это даже доказывать не надо. Никто нигде не опровергает. А оказалось, статья до 4 года. 4 года статья. Я эту статью не знал. Я узнаю потом где-то. Кто хотел бы посмотреть? Так, подождите. Аккуратнее только, подождите. Посмотри. На по кругу посчитай. 4, Д, И. На камеру еще посмотри. Ну, это нельзя сказать, что... Так, пронеси аккуратно, чтобы не уронили. 4, Д, И. Не могли жуть. Так, смотрите, идем. А посмотри на обратной стороне. Переверни так, не урони. Смотри, там ничего нету. Нет, да так нельзя сделать. Никак. А которая береста, она так вплотную, она даже не отделилась от нее. И так все стало на место. 4 Евангелия, 4 года сроку. Ну, а когда стали, батюшка говорит, я благословлял, а когда посудили по интернету-то, и говорят, да как, батюшка, он был там хоть? Не был. Да зачем? Я давал указания. И поэтому в заявлении, которое написали мы, когда уже там дело возбуждено было, все, вся вина моя. То есть я приготовился к этому, молились. Я могу показать все документы. Суд откладывается. 25-го, значит, утром мы в 7 утра обедаем. Володя. А я напротив, скворечник называется. Домик маленький. Я в нем. Я только собираюсь в это время пойти туда. Я встаю всегда в 4:40. Татьяна звонит. Но обычно не в 4:40, я встаю где-то в 3 часа. Вот сегодня я встал 5 минут второго. Это все, я уже работаю ночью. До утра. Чуть не опоздал даже. Видимо, не видел, потому что мелкие цифры идут. Я подумал, 7 нету, оказывается, 8 нет. Володя прибежал. Ну, все благополучно. Я на полминуты опоздал тут. Посмотри, Володя видел где. Значит, что? Это я все показывал. Показывал и следователю, и адвокату. Ну, они... Что они скажут это дело? Вы сами видели как. Потому что Бог жив, и Бог сегодня и предупреждает. Видела? Что, если не видел, вот, пожалуйста. Все видели. Это там нигде ничего нету. Вот это вот
Ну, видела, да? Я здесь наложу, показать. Больше ничего нет, она свою роль, можно сказать, выполнила. Далее. Это 25 июня, а месяц пройдет, июнь. Я 10-го туда приехал. Кто-то стучит. Я к дверям. Кто? А там спрашивают, никого же нету. С таким грозным словом кричат пока. Отворяй! Это что такое? Я дверь открываю, а там, бывает, зомби. Одетые во все, лица нету, и здесь у них ничего нету. Ну, фигуры. В четыре руки меня хватают, рвут из комнаты босиком. И я на улице. Спецназ, вызванный из Барнаула специально. Что такое спецназ? Это что? Мальчики на побегушках знают, что мне 83 года. Полуживой хожу. Один. И они 12 человек. Сколько машин там понаехало. Ну, дальше он что-то засчитывает. А я не знаю, я не слышу. Мне нужен переводчик. А тебя с таким переводчиком, у меня справка из краевой больницы, что я лежал, двустороннее там было как что-то такое. Я не слышу, и мне требуется переводчик для суда. А это сколько лет назад было еще? И на бланке краевой администрации, и дальше какая амплитуда, слышу. Ну, шепотная речь называется. Если по телефону говорить, я слышу. Отступил, дальше не слышу. У меня слова сливаются. Вот так вот где-то. И дальше они будут делать все абсолютно беззаконно. Я попрошу помочь мне найти этот спецназ. 26 мая, я еще раз проверю, в дневнике, у меня дневник идет. И к ним туда поехать, я поеду обязательно. Я поговорю, они насмотрелись фильмов, как там, ну, какие-то убийцы другие. Бывает там другой нации, готовят переворот, и они там взламывают двери, перепиливают, наручники надевают. Но главное, что при мне они не матерились и не курили. А у Игоря там матерились и курили. Обыск, дух. 26 июля, не мая? Июня. Нет, я еще... Ну не мая же, в мае вы здесь же еще были. Да я про мая не поминаю. Я июня говорил. Июля? Июля. Июля? Июня. Конечно. Да в июле это было. В июле было? Да. Ну, значит, тогда в июле. Надо посмотреть. Но это было после крещения, Игнат Тихонович. Ну, о чем вы говорите? 26 июля, день памяти. Ну да. Крещение ну, было 10-го. Да, до июля, 26 июля. Все стоит на месте. Да. Я и говорил, что посмотреть после надо. Крещения. Но не мая, в мае я был еще здесь. Да июль, конечно, о чем речь? И вот представь себе, знают кто, знают, что я один, раз наблюдение шло. И в это время... Это вообще такая игра. И дальше... Оказалось, что это, которое насеяно, нигде не числится ни на одной карте. Не существует. А зачем они будут приезжать сюда? Во второе, судиться не за что. Но они стали подгонять там, ну, видимо, сразу на карты нарисовали, я не знаю, приезжает там какая-то одна береза, она вот так вот, видно, спилена когда. А чтобы доказать, что это от меня, они от моих жердей отпиливают, и теперь в лесу ищут, где-то слагают, сходятся или нет. Сколько там людей было задействовано? Ну, представьте, вызвать спецназ, может быть, явный террорист какой-то. Брать-то человека надо как? А дальше выше я им раздаю визитки, стоят, разговаривают, как будто ничего и не было. То есть мне хочется попросить начальство и здесь где-то нам повторить это для записи. Простое дело. Представьте, насколько они слабые, и насколько верующие считают сильными, что против одного человека... В преклонном возрасте, ну, можно считать, 84-й год, это уже не... Если это случится, то это будет очередным чудом. Но, так, вот здесь у меня бумажка-то лежала, и вот она. А вам надо будет, надо будет немножко засмеяться. Партизанская 54 будто бы, спецназ, найдите мне его, помогите, как кто может. Позвоните, я попрошу, чтобы меня туда свозили, мы сходим пешком. Ну, а дальше уже у меня, я думаю, Володя-то напротив не знает, что со мной тут творится-то. А когда вышли, а у Володи там свой обыск. И вот все, что они видели, компьютер сразу отключают, процессор вытаскивают. Ну все абсолютно. Какие у меня были диски, там сотни гигабайт, терабайты даже есть. Отдельно флешка. Все загребают. Никакой расписки не дают. Ну что, это по закону положено так? Да, нет, конечно. Ну, должен быть акт какой-то, изъяли, то распишись. Ничего нету. Нету. К Игорю. А у Игоря... Было ружье и были патроны.
Ну, у нас же когда перерегистрация идет каждый год, а он там с техникой-то забыл. Саня вот время к нему, не эти, другие. Нету регистрации. Ружье изъяли, а патроны остались. А патроны, там что-то 20, это значит взрыв не меньше, как Чернобыльский четвертый атомный реактор. Ему обвинение. Он достал машину, где-то списывали военную, ЗИЛ там 131 или какой-то, 3, 8, там, ведущие, самосвал, убирать урожай. А на чем привозили? Они как-то, каким-то образом, а его и дома не было, когда взяли. Попросили, кто-то шофер был, взяли, людей там много было. И они у него машину эту пригони сюда. Машину угнали туда, там уборка идет. Никак. У него что нашли? У батюшкина пила, на ремонт была Игорева, забрали. Все, что только у Володи там, это планшет, как назвать, ноутбук, загребли. Все. Конечно, молились, она знали, и очень далеко знали, за рубежом, и везде все молились. Ну и, наконец, вызывают. Только 5 раз меня возили в Мамонтово. А это 60 километров с лишним. Это деньги. Ну, пока там батюшка платил, да и все, я постараюсь навести это расчет. Следователь женщина, майор Анастасия Михайловна. Вот у меня, вот какие были люди задействованы. На мне, вот, ну, как я с людьми все время общаюсь, что все были расположены к нам. Ни одного не было, чтобы что-то. И она буквально после первой встречи все отдала. И процессор, и диски, которые жесткие, и флешку, все отдала. Ружье. Обычно берут. Нет, а конечно. Что-то вот. Ружье тоже отдала. А? Не было ружья там. Ружье не было. Не они забрали. Ружье уже до этого было забрано у Игоря. У него просто патроны оставались. Да все, что? Все. Все. Ну, повтори. Про ружье спрашивают. Тоже по видео видели. Ружье-то. Но его не вернули. Нет. Забрали, я что-то на 3000, вот тогда, раньше. Не я повторяю, у Игоря ружье взяли раньше, там год назад. Ну, там было, он у него лежал в ящике под железом, под замком, все в норме было, но 3 дня, что ли, он пропустил. Конфисковали, арестовали. И год, наверное, еще добавил. Так, теперь попрошу не отвлекаться. И вот она отдала это все. Трудно было поверить. А в это время там уже сбор, сколько стоит? Подсчитали 800 тысяч. Объявили сбор, видимо, деньги сразу стали там у них. И мне купили сейчас отдельный экран, монитор. И ничего нету. И работает как с процессором. Это новейшее, которое есть. И там купили, и прислали, а мне вернули. Я его Володе отдал. Сказал, вам деньги платить не надо, а то собрали. С одним экраном, а там процессор внутри. Дело в том, что они с первого же раза, пришел человек, один Андрей, и говорит, я адвокат. Я говорю, а мне адвокат не нужен, вы неверующие. Почему неверующие? Я давно, несколько лет смотрю ваши ресурсы. Я внимательно присмотрелся. А где еще читать, не вижу. А что говорят, я сижу, вообще ничего не слышу. Слышали, нет, она, ну, прочитайте это, что там прочитали. А у них, как вот написано в статье, она под эту статью так и списывает. Свое преступление, такое-то совершил Лапкин, и скрылся с места преступления. У них так написано. Куда скрываться, когда это рядом, 200 метров-то? Ну, ясно дело, и она приезжала. Ну, я знаю, когда, делали, там жили, когда да? судили, точно так. Заведомо ложное измышление. Статья 191 РСФСР была. Я говорю, я верю, расколачивания было, я вернусь туда. Ну, у нас статья такая, и она тут заведомо. Статья-то хорошая, если я знал, что этого не было, а теперь эти фейки выставляю. Я знал, что было раскулачивание. Так и здесь. Я в это верил. Нет. И они никак не слышат, что мы делали не для себя, а ту работу, которую должно делать правительство наше. А там прорыто 2 дамбы. С одной стороны там 1,4 метра, а здесь вода. Там работа какая была проделана. Сегодня смотришь, даже не верится, что сумели сделать. Ну, это сваи забивать, а сваи забивать 11800 кувалды. Не меньше, как 20 раз надо бить каждую. И подправляют и дальше. Но дело ближется к суду. Но в суд идти, я уже знаю порядок. И судья спрашивает, вам когда, вы ознакомлены с делом? Я говорю, знакомлен. На сколько время прошло? 23 часа. Значит, суд не будет. Сутки. Значит, если 23 часа, меня снова милиция, в наручниках опять домой. Или где-то. Я говорю про тюрьму, где был.
Здесь точно так же будет. Приезжает милиция, два человека, меня вызывают. Так, привезли дело, которое передано в суд. А перед этим приехал инженер, кадастровый там называют, определить вот это, к чему, кому принадлежит государство или муниципальное району. И у него такой прибор, он, как он высчитывает, я еще не понял. Но мне понравилось, как он смотрит. А, GPS. GPS-овский. Ребята, ваш угол мешает мне. И с ними мы все обходили. Батюшка, там Лена была. Я решил его найти. Его лицо благородство какое-то такое. И он показал, что это муниципальное. А если бы там, там раз несколько дороже было и проще. Ну, тут никуда. Там все по правде было. И я все-таки нашел его. И Новый Завет трехтомник и к истинному православию подарил. И сказал, за что? А там сидит один. Да то он говорит, вот это да. А то я его посчитал, то, дескать, жене скажу, что меня посчитали каким. Я так понял где-то. И мы сразу в главе администрации познакомились. Точно так же. Книги не считаются взяткой. Единственный предмет, который за взятку не идет. И тоже подарил главе администрации. Сергей Александрович. Я ему говорю, ну теперь знакомиться, огонь в руки. Так я давно вас знаю, тоже что-то. Видите, как хорошо, когда у нас ресурсы. И они все это знают. Ну и когда приехала полиция, я все просчитал, сколько мог. Суд расписались. А теперь вызывают, когда суд назначенный. Я успел сказать, как-то там позвонила Елена, им звонит, что после 10 октября меня не будет, я не приеду. Решайте без меня. Кто меня будет отсюда возить? Это же не 2 километра, 160 туда-сюда. А вы откладываете. Ну, они сделали 26 сентября. 25-го. 26-го, да? А 27-го у меня как раз исполнилось 60 лет, как я Библию получил в руки. Вот это тоже не случайно. Вот они, Д4, Д, И. Вот теперь сошлось все. Ну и когда в суд-то приехали, а я ничего не слышу. Батюшка хотел уехать куда-то там, как обычно ездит, а ему повестка. Ну и все. А повестка пришла, должен подчиниться. А я до этого было... Подписка, что с невыездом. А я выезжал, когда у меня тут голова-то клеща оторвалась, и там воспалилось, как все было-то. И ты в ролик в этот попал. Видел? Ну вот. Ну и все это было как положено. Никакого. Теперь с меня будет все сниматься. Мировое соглашение. Суда как бы не было. Закончено. То есть ничего нигде нету. Судимости нету. Но когда до этого спрашивали, а вы там... Судимы были? Я говорю, да, был. Когда? Ну, я сказал, в 86-м, а в 92-м, 4 ноября, я реабилитировал. Это не считается за давность. Правильно они говорят? Это совсем не считается. Что? Это совсем не считается, потому что реабилитирован. А, ну, за то, что реабилитирован. Нету. А психиатрии были? Нет. Я говорю, был. Где? О, это там вначале, это даже в 62-м году. Ну все, тут уже полвеша. Нет, а то тут такое будет. Это все вычеркнули. Ну и дальше он, судья, тут говорят, я ничего не слышу. Батюшка переводит, ну слабо, он много говорит, он 2-3 слова скажет. Но адвокат сидит напротив. И вот так вот, дескать, не соглашайся. А потом, да так. Ну, для меня это как раз подходит. А батюшка любыми путями, чтобы выехать можно было, мне тебя трогать не будут. Пусть проигранный будет. Я только узнал, платить за адвоката, нет, за бюджеты там свое где-то у них платят. И ничего нигде, раз мировое соглашение, требований никаких нету. Вот зачем? Да, я выиграю процесс, но они это запомнят, они будут подглядывать. Я наживу врагов, хочу, не хочу, но они появятся. Поэтому, а тут мы остались все в хороших отношениях. Ну и после этого я тут нагрузил, у нас был один человек, поехали туда, Библии подарить. И адвокату, и судье, и кто там был, прокурор был, то есть всем. Книга, повторяю, не взятка, тем более уже суд закончился. Ну и 10 дней недействительны, как бы еще действительно, но еще не все. Она пилы не отдала. Игнат Тихонович, а другие поехали. Вы не сказали, какой вопрос задал судья вам после суда уже? Ну, что там? Какой вопрос задал вам судья после суда? Судья вот так вот стоит, а судья, видимо, на несколько районов работает.
Так, ну, Володя, ты лучше расскажешь мне. Не-не-не, вы расскажите. Он так смотрит на меня, а на мне армейские сапоги, и спрашивает, а где вы, Лапкин, сапоги такие достали? Ну, я могу сказать, что мои сапоги единственные были, может быть, на всю эпоху человечества. Я начал быстро рассказывать ему. Я вел занятия, высшее авиационное училище здесь было. Ну и вел занятия с ними. Один раз пришел, он говорит, у нас сегодня артисты из Москвы. Долго, они уже устали эти, как их назвать, там, юнкера или кто там. Курсанты. Вот, учатся-то, кадеты. Или... Курсанты. А? Курсанты. Курсанты. Ну и они уже не могут слушать. Я говорю, ну я такую даль шел пешком. Вы знаете авиацию, где мы занятия вели. Ну а как? Я говорю, мне надо дать слово. А ладно, начальник ушел через полчаса на обед. Я говорю, полчаса, час, на обед он кричит идти, ни один не шевелится. А там находят офицеры. И когда идут обратно, то, а там такие высокие звания у них, а то не преподаватели, может там профессора. И вот, ну пойдемте к нам, угостить чем-то надо. Там пиво там у него, там вобла есть. Я говорю, я в рот не беру там. Что же вам дать? А сапоги возьмете? Я говорю, а какой размер он? Один говорит... Я, он говорит, 43-й, я говорю, это мой размер. Он за диван полез, достал мои сапоги. Вот происхождение. Что верующему за занятия, за проповеди военный человек отдает свои государственные сапоги. Ну, найдите еще такое. Ну, я это судье-то все сказал. Я не знаю, как он отреагировал-то. Нормально. Ну, все. Неворованные сапоги. И вот теперь, основываясь на это, я пришел там и показал всем это дело. Они никакого внимания не обратили. И теперь все снято, ничего нету, расстались по-хорошему, но у меня появилось столько новых там людей, могу назвать расположенных. Аллилуйя! Нам это не во вред. Я благодарю Бога за все, что было. Я знал, батюшка кое-что вам рассказывал, да, мы молились. Да. Самая главная тайна, кто звонил? Я не стал разговаривать об этом. Я не слышу, меня разве теперь никакой нету. Да, мне интересно. Никакой, вообще. Ну и вот так. Пускай еще звонит. Так Господь исполнил наши желания, что больше претензий никаких нету. Мы с Володей там остались. В конце концов, трое были. Еще Николай Георгиевич Кузьмин приезжал. Он где-то из Сургута, кажется, да. Очень хороший человек, ну, 69 лет. Ну, довольно активно работал. У матушки там, как сказать, сени или что-то делали. И он везде был с нами. И везде ездил. Когда ехать. У него права, все есть. И на грузовую машину. И поэтому он хорошо нам помог. В воскресенье он уехал, в понедельник мы 10-го выехали сюда. Много помощников было, сочувствующих. Люди очень интересные были. Еще бы. Вот один приехал, коротко сказать, его звать Константин. А фамилия Тестов, Тесто. И сынишка какой хороший, тоже Максим. И там Михалюк приехал, они почти, ну, сколько-то дней между ними разница. И он стоит, 1,96 м. А другой приехал, там 1,94 м. Вот такие вот. Какие-то 92. Богатыри. Футболисты. И настолько люди расположены. Вот, я, понимаете, вот кажется, такое дело, еще неизвестно, как суд решит, что будет. А ничего нету, одно благодарение Богу. Я знал, что вы все знаете и все молитесь. И поэтому, какая нужда, я хотел, некоторые не знают, вчера я проповедь говорил о молчании, уметь молчать. Однажды у меня такое состояние было, когда я был арестован, я сейчас могу маленько ошибиться чуть, но где-то около 3 месяцев я не произнес ни одного слова. И все считали глухонемой, приходят там, допрашивают, там врачи, и все, ничего нет. Молчать учитесь. Я вчера много про это сказал. Потому что нас много спросится за молчание, судить Бог не будет. Только где надо было сказать о Боге, ты не сказал, это другой вопрос. А здесь вот такое дело. Со своими были, свидетельства были. И там где-то мы с кем-то встречались. А батюшка сказал, любыми путями закончить. Я уезжаю, я не могу. Для меня батюшкино слово было окончательным решением. А что дальше? А Господь знал, что по-другому нельзя. И они все по-хорошему. И мы, подождите полчаса, они отпечатали. Я могу привести, дать просчитать, чтобы вы увидели. Там с двух сторон за сургучиной, так сказать, печать завязана стоит. И завязки над ними. Вот такое прошло у нас лето. Сергей Павлович, там у меня лежат... Вон там где-то
Новые Заветы, посмотри, где лежат. Вон вверху. Да. Вот это вот. Заламинируй мне, вот, пожалуйста. Это на крест вешает. Нет, когда угодно. Я говорил так. А с собой в рог ко мне положите, во много сарафанов вот так вот. И оно... Как это сделать? Будет надпись, берите, кто вам даром, а сразу повесить еще. Ты говорил, что поможешь. Так, вопросы ко мне по этой теме. Спасибо, Христос. Я благодарю, что кто говорил, кто слышал, что за всех. Все молились. Слава Богу, аллилуйя. Аллилуйя. Завершаем. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Преслаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да оставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Владыка неба и земли, прими наши молитвы и соедини с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Творец Вселенной. Ты сохраняешь этот мир как зиждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И о незаповедавших, посети их, отверзни двери покаяния. И призванных на военное действие наших братьев Никиту, Максима, Александра, спаси и помилуй, чтобы они не стали там убийцами, сохрани их жизнь и возврати в мире. За все Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и да слышат голос Твой, рабы Твои. Аминь. Аминь. Посмотрите, у нас тут разная посуда, можно взять. И там, как видите, рядом углярка. На той стороне разная посуда стеклянная. Я вытащил. Заберите или мы на свалку выбросим. Кто приносит и не говорят. Прям рядом здесь, как видите, на улице скамейка слева. Вплотную к нашему этому дому. Вот под ягоды пускай возьмут. А? Под ягоды пускай возьмут. Ну да, под ягоды там. Возьмите вот здесь стаканов несколько, уже у вас будет что-то. А потом принесете... Можете прийти среди недели, я открыть могу. Посмотри. Прекрасно все. И вон там это, видела, нет? А у меня растет такая. Да.